Праздничные песнопения, сотни горящих огней, колокольный перезвон. Рождество – особенный праздник. И служба в этот день особенная. Начинается она еще с вечера. В знак особой торжественности священнослужители одеваются в сияющие белые облачения, символизирующие чистоту. Возглавляет праздничную службу настоятель Преображенского собора Иоанн Калмык. Православный мир сегодня вспоминает события, когда в небольшом городке Вифлеем появился на свет Иисус Христос. По легенде, поклониться младенцу пришли пастухи, извещенные ангелом. О чуде узнали волхвы по появлению на небе Вифлеемской звезды. Именно это событие символизирует рождественский вертеп, размещенный у входа в Преображенский собор. Сотни горожан отстояли ночную службу, не менее людно и на утреннем рождественском богослужении. Несмотря на ледяной дождь, на лицах прихожан радость. Эмоции от светлого праздника переполняют каждого, кто пришел в этот день в храм. Что для нас праздник Рождества? Это радость. Это радость. Это счастье. Наконец Иисус Христос родился, и мы можем с надеждой знать, что все будет в наших семьях хорошо, люди будут здоровы, мы надеемся на светлое будущее. Это выше всего. Да. Мы существуем, мы живем, дети у нас, внуки есть. И без Бога нам никуда, только вера одна в Бога. Душа вообще летает от радости, от удовольствия, потому что это бывает раз в году, и такой торжественный, великий день, что себя не чувствовать хорошо, это просто грешно. Это такой большой праздник, это радость души, радость сердца, рождение Иисуса Христа, нашего Бога, нашего Спасителя, ну, радость души. Праздник Рождества Христова очень теплый и светлый, когда хочется творить добро и надеяться на чудо. В этот день горожане дарят друг другу самые теплые и искренние пожелания. Я от всего сердца поздравляю своих близких, родных и всех православных христиан с этим праздником, большим праздником нашим, одним из самых-самых главных праздников, рождением Иисуса Христа на земле. Дай Бог хороших праздников, хорошего мира в душе, мира в мире и счастья. Рождество – это светлый семейный праздник. Затем наступают святки – дни, когда православные в песнях и колядках славят Христа. Продлятся святки до 19 января – праздника Крещения Господня. Екатерина Чеботарь, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.